Глаукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 миллионов человек по всему миру. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием. Всемирный день борьбы с этим недугом возник в 2008 году. Его инициатором выступила Всемирная ассоциация общества по борьбе с глаукомой для привлечения внимания к ранней диагностике. Глаукома – это заболевание глаз, при котором постоянно или периодически повышается внутриглазное давление. Оно сопровождается изменениями полей зрения и атрофией зрительного нерва. Несвоевременное лечение или поздняя диагностика заболевания могут привести к необратимой слепоте. Глаукома развивается постепенно, часто протекает без каких-либо проявлений, и именно в этом заключается ее опасность. В подавляющем большинстве случаев она развивается сразу на двух глазах. При остром течении заболевания глазное яблоко краснеет, зрачки мутнеют, а веки отекают. Это заболевание хроническое. Если у человека появляется глаукома, то его уже никогда по жизни, в течение всей жизни не снимают с диспансерного учета. Заболевание это возрастное, оно появляется у людей, открытоугольная глаукома, появляется у людей в возрасте старше 40 лет и угрожает неуклонной слепотой. Но если это заболевание вовремя выявить и наблюдать в течение всей жизни, и если пациенты будут регулярно ходить к доктору, контролировать внутриглазное давление, то, в общем-то, слепоты не будет. Для того, чтобы распознать глаукому на ранних стадиях, необходимо быть внимательным к любым изменениям со стороны своего зрения. Симптомами может быть прогрессирующее ухудшение зрения, появление радужных кругов, ощущение боли или давления в области глазницы, затуманивание зрения, сложность ориентации в темноте, покраснение глаз или головные боли. Нужно заниматься такими больными, нужно проверять их, контролировать. Мало того, некоторые больные говорят, ну я покапал месяц, и все, не помогло, зачем мне капать? Самое главное, что нельзя прерывать, останавливать, потому что да, ни капли, ни оперативное лечение не улучшает зрение, к сожалению, а пытается сохранить то, что есть. Никакими заговорами, никакими травами это заболевание не вылечивается. Даже при отсутствии каких-либо симптомов специалисты настаивают, всем людям старше 40 лет рекомендуется проходить обследование у врача-офтальмолога. С этого возраста мужчины и женщины автоматически попадают в группу повышенного риска. На ранней стадии глаукома протекает бессимптомно. Пациент может и не подозревать о болезни, однако офтальмолог способен обнаружить ее. Для диагностики глаукомы необходимо измерить внутриглазное давление. Яна Ютрюнг, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.